Всем привет, друзья, с вами Ревенов на канале ProGamer Televirno. И мы с вами продолжаем проходить Армадорию с обмодом проект Brutal 4.0 Master Build. И у нас 24 уровень. Ну шо, готовы, блядь? Крошиться. Так. Ай, похуй! Что-то примудряться там, блядь, еще буду. Дикое. У них вверху завелись. Разумники. У ёб твою! Вот это хрюкающий зуб меня больше всего пугает, блять. Особенно если он откуда-то из ниоткуда, откуда я не знаю. Ладно, хоть их определить можно, когда они хрюкают, блять. Понял, чё, да? Хуя он кувыркается. Спецназовец хренов. Я сейчас, блядь, покувыркаюсь. Ещё не вижу. Блядь, там ещё и эти. Идите вы всем в анус. Давай. Перезаряжай эту шляпу. Ой, моя прелесть. Что я вижу? Вы тоже это видите, да? Блять, не долетело. Зато теперь... Ой, как долетел. Заебись теперь. Чив. Да ёб твою. Мать. Пошли все в очко. Ой, блядь, я там... Ой-ой-ой-ой-ой. Все, успокоился. Так вот успокоились. Не все. Заебушки. Ха-ха-ха-ха-ха. Какая прелесть, а. Так. Все лучше там, лучше вот эта хрень, она интереснее. Разуплотнитель самая тема вообще в игре. И... Ну чё, кто? Нет никого, да, я так и думал. Что вы все дреснявые трусы? По сути, это оружие Вулкабуса. По сути. Только с несколькими дополнительными примочками. С дополнительными примочками. Бульёха-муха. Я, блядь, его не вижу. Вообще его не вижу. Ты жирный, а ну покажись. Да ёб твою дивизию. Где второй-то паладин, блядь, их стоит?
Ух ты, сука! Не-не-не-не-не-не-не-не-не, стой! Те, стойте! Типа, блядь, все приставучие, да? Давай, мать. Ой, блядь, ты еще живой. Барана одноглазые. Ты идешь, иди нахер отсюда. Конченый. Фу, вонища какая. Ой, бля. Как много всего. Ловите, пацаны! Опа! Бляха-муха! Блять, куда звоны? Сука, конченые. Типа нас это бесплатно. И своим дружкам расскажи, блять, конченым. Я успел ракету пустить за ними. Козлина. Ой, бля. Я вас слышу. Заебал ты, бля, там летать огнемет ходячий. Это что ли, ни хрена? Что я сделал-то? А, понятно. Тихо. А, все. Я понял, что ты делаешь. Вот вас со всех сторон-то, блять, а? Ладно, я все понял. Дверь-то откроет мне, может? Ух ты, епическая сила! Мурдаки ревшие. Эти конченые лезут, да? О-о-о! Вот это темп стрельбы, вот это я, блядь, понимаю. Темп стрельбы меня прям реально радует. Так, следующее. Ууу, блядь! Сука, говна! Вот туда, ёбка.
Ать, я знаю, где ты. Табло свое страшное. Не пущают. На брата тогда бежим. Куда-то. Надо, насколько я помню. Поэтому я сверну направо. А, понятно. Понятно, что ни хрена непонятно. Так, с вами как быть? Лубоёбиками. О, блядь, нихуя себе. Я вас понял. Назад в город. Еще да, теперь можно? Точно, точно. О! Сгорит он нахрен уже. Ушлепок. Так, это, пожалуй, попозже возьму. Так, стоп, а вот этот режим тогда что делает? А, это просто огнемет, понятно. Короче, пушка. Альтернативный режим Дедабус изменился на альтернативный режим Вулкабуса. Вот что я хочу сказать. Нам-нам-нам. Так. Иди в жопу. Думать мешаешь. И ты тоже. Блять, не долет. А вот теперь точно долетит. Сучки. Господи. Иди отсюда. По-моему, соус вообще страх потеряли. А не, все. Отъехали. На-на-на, зажигательные. Да, кислотная самая тема. Нахуй, ну тут еще когда есть кислота, блин. Oh.
ему дозвонишься. Чё, блядь? Медленно бежаю. Я же говорю, бежаю. Блять, аптечки нужны. Сука, заебись, откусил у меня пол лица. Не-н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 е. Видит два давай. Блять, патроны кончаются. Ёптать. Нормально так кончается. Да заткнись, наконец. Critical, хуитикл. Салют, в честь высокого гостя, блять. Где? Не вижу. Твою. Тут кто ходит? А вот этот кто-то. Прекращай мне это напоминать, я без тебя это знаю. Тут все херово. Сюда нельзя. А куда можно? У меня есть красная дверь. Дайте вспомню. А, все, вспомнил. Надо, ну тут патрон подберем сейчас. Немножечко. Самую капельку. Блять, не то. Вот, смотри. Одной головешки хватило, чтобы его выпотрошить. Так. Ясно. Понятно. Это у меня уже есть. Замечательно. Я что-то услышал.
Смотри. Невыполнимая команда. Это не про меня. Так, я знаю, что тут ничего хорошего тут нету, блядь. И мне тут прям нормально так ебут. Нужна альтернатива. Пиздец. Все нахуй, скажу я вам. Долбоёб. Блин, баран меня все раздражает. Дальше. Так, я помню, тут есть мегасфера. Я ее на закрутку оставлю. Чисто, да? Ничего не вижу. Вроде да. А жареного-то сколько? Да, это на закуску. И что теперь? А теперь нам мост подняли. Любезно. Чё за... нахер? Костлявый. Паскуда. Блять, проблемы с дробовиком, пиздец. А, ребят, без купить, смотри, ничего. Заткнитесь все нахуй. Ненавижу вас. Здесь что? Полезное. Немножечко есть. Стоп, я же вроде был в желтой, не? И, а может и нет, слушай. Наверное, таки не был. Она же прям тут.
О! Тема. Еще этот идиот тут. Блять, инкубатор ебучий. А ну покажись, тварь. Я не понял, ты где? Ты ведь там, сука, я знаю. Блять! Заебись. А вот это был нежданчик. Ты что, самый живучий, что ли, блядь? I hurt you plenty. Ебаная отдача-то, блядь. Ай! Хватит мой пердак поджигать. Да заебись. Нихуя себе. О правах тебя и забыл, пацан. Бля, буду забыл. Так, стоп. Так, в смысле? Что-то как-то криво. Этот лифт опустился. Он не полностью опустился. А, нет, нормально, все. Показалось. Нахуй, спляжа. А, это пятигоры, блядь. Но мы вам добавим, раз вам по одной мало. Эй, напугали, блядь. Блядь, вы еще взялись. Иди ты нахрен. Где-то кого-то слышу, точно. Даже когда его пили, он грызется, блядь. Прям полили меня своими ошметками. Еще 7 гранат.
еще есть чем покидаться. Так, это мы вернули сюда. Кстати, я кое-что забыл. Вот это вот я забыл. О! А, ну, собственно, вот этой модификации, где она была. Для автошотгана. По-по-по-по-по-по. Так, что у нас теперь имеется? Так, новых вещей у нас не имеется. Поэтому я буду вспоминать, куда идти вообще надо. Но если мне память изменяет, то налево теперь. На. Нет. Не налево. Может быть сюда? И не сюда. Так. Вот тогда я малость потерялся. Там был, там был. Слушай, какая-то хрень получается тогда. Хотя стоп. А, нет, все правильно, я пришел. Так, эта штука пытается нас наебать. Так, это нам что дало? Это нам пока ни хера не дало, по большому счету. Так, ну теперь вроде бы сюда. Кстати, эту хуям было как-то открыть надо. Это секретная хрень. Сейчас все подряд тут перетыкаю ногами, перепинаю. И что тогда откроет эту хрень? Во! Ух ты! Эй! Ух ты, блядь! Ой, красота какая! Эй! Нет, не сюда. И не сюда. Вот сюда, по-моему. Походите. Почему нет? Почему нет-то? Наверное, я еще что-то не сделал. Ладно. Надо было тебя пнуть. Или что-нибудь типа того. Или стоп. Или вообще сюда теперь. Дачняк. Hail to the king, baby. А вот теперь туда, куда изначально собирались. Заебись уровни, да? Вот это первый раз, когда это проходил, я тут, блядь, плутал часами. Это было просто невыносимо. Поэтому играл в классический, дом. Когда еще не было брут... ну... Не пересел на постоянную основу на брутную модификацию. То есть двигался ты медленнее. Все это проходило чуть помедленнее, чем на брутал движке. Тю-тю. Опа. Наебали систему.
бляха. Чё ж ты не раскрученный это, блин? Пустите меня! Ну да, патроны почти все установили. Ну не совсем, ну не совсем все, но большую часть. Делегация летает. Я ты не счешься. Все понятно с вами, господа. Блять! Подавите, распишись. Вместе со своими отпусками. Здрасте, блять. Вас только не хватало. Первый, блядь. Второй. Третий. Четвертый. Уже целую руну подарил. Которая мне нахер не нужна. Очень странные конструкции бывают и вообще без какого-либо назначения. Вот как вот то, в котором только что были. По-по-по. Бляха, муха. Айс! Сучара. А это уже выход. А почему? Надо сбегать за мегасферой. Нехер добро попадать. Ищи карета, что нихуя себе. Так, она все на ходу. Проблемы самоустраняются. Вот бы в реальной жизни так. Плывешь как говно по течению, а у тебя проблемы сами за тебя все решаются. Патрон нигде не осталось, походу. Ни рюкзаков, вообще ничего. Все собрал. Батарея нужна мне, батарея? Нет, не нужна. Mm.
ребят, увидимся в следующей серии. Пока-пока.